Слушай, Ода, а что если Белоснежка покончила с собой? Вдруг она знала, что яблоко отравлено, но все равно откусила. Зачем? От отчаяния. Когда поняла, что мать подсунула ей яд. Или это было неясное отчаяние, связанное с самой сутью нашего грешного мира. Тогда еще интереснее. Для меня уже нет ничего, Дазай. Для меня все кончено. Сейчас это не важно. Ты его не найдешь. Да ты и сам, наверное, это знаешь. Будь ты среди тех, кто убивает или спасает жизни, тебе никогда не найти то, что ты ищешь. Что мне делать? Стань тем, кто спасает жизни. Если разницы нет, выбери светлую сторону.